Всем привет! Рад вас приветствовать, мои подписчики, случайные зрители канала. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересных видео по очистке воды, по разведению рыбы и многом-многом другом. Вот. Сегодня у меня четвертые сутки с момента установки лампы ультрафиолетовой. Две лампы по 36 ватт, но сейчас, как видите, у меня подключена только одна дальняя. Потому что ближняя почему-то перегорела с одной стороны, вот с той стороны конец перегорел, с этой нормально. Вот, завтра отвезу ее на экспертизу и заодно возьму еще одну новую, подключу. Вот у меня сейчас сутки работает только одна на 36 ватт лампа. Ну что, ситуация какая? Изменилась в интересную сторону, вот. Начали образовываться такие зеленые берега, прямо вот ярко-зеленые. Вот. Ярко-зеленые, и вот смотрите, такую трубу видно, да, вот труба идет. Ну, очень достойно, как бы ультрафиолет, даже 36 ватт, справляется более-менее, потому что учитывая, какое у меня состояние, да, и кто не знает, у меня вот теплица, весь день солнце светит, и как бы днем только на проветривание это окошко. У меня здесь температура от 25 градусов и выше все время. Рыба ест без ограничения, кормушка стоит, они ее постоянно теребят и поедают корм. Вот, так что вот такой вот результат. Да, ультрафиолет однозначно, я 100% говорю то, что он работает. Какие у меня будут совершенствования, когда я завтра, ну не завтра, послезавтра, я завтра поеду куплю вечером, послезавтра, я чуть-чуть укорочу ее на 2 сантиметра, чтобы железные контакты выпирали, на всякий случай, вдруг вода попала, из-за этого там с той стороны перегорела, да, и вставлю туда, я видел в одном из видео, трубу внутрь вставляется, короче, от этого, от дымохода оцинкованная труба, оцинкованная или хромированная, не знаю, наверное, нержавейка, и чтобы она, как бы, свет не рассеивался через трубу, потому что у меня же он просвечивается, видите, голубеньким, да, то есть у меня труба, она светится ночью, то есть там ультрафиолет так светит, что он просвечивает через трубу аж, через эту пластиковую. Вот, я поставлю туда вот эту трубу вовнутрь. И я думаю, что это улучшит результат. По крайней мере, хуже, я думаю, что не будет. Кто делал с трубой, да, вот вовнутрь этой трубы, прямо по диаметру вставляется другая труба, расскажите результат для сравнения, как вот просто с обычной трубой. И если вот вставляли трубу туда, вот, получается, она как лампа будет, да, отражать друг на друга вот этот свет. И, соответственно, по идее должно улучшиться очищение воды. Я не знаю, не пробовал. Вот, хочу услышать ваше мнение, кто делал. Обязательно напишите в комментариях, буду очень рад. Ну что, здесь ничего не изменилось. Здесь торчит озонатор у меня. Озонатор подключен вниз. Дует. Вот так проходит по трубе, заворачивается, вот так идет через лампу. Здесь сделал вывод, потому что, иначе озон нам здесь воняет, трубочку вот сюда наверх, и вот сюда на улицу вывел. Все, она на улицу, лишний воздух. Можно вот понаблюдать, как она вместе воду тоже подкидывает, подсасывает, и воздух достаточно хорошо ходит. А лишний, ну, избыток, он туда идет. Вот. То есть у меня на дно идет 50-я труба, а там стоит вот такой вот тройник, 50-я на 110-ю трубу. И просто расходится в стороны там воздух. Вот, так что такие вот дела. Ну, я доволен, да. Если бы я с самого начала ее поставил, ультрафиолет ламп, у меня бы проблем вообще не было бы. Но ничего. Зато у меня есть
убийца всех микробов, озон, озонатор, да. У меня есть стерилизатор, ультрафиолетовая лампа. У меня есть компрессор. Ну, компрессор в любом случае нужен. Хотя, я вот об этом говорил. У меня сейчас, получается, с верхней трубы там чуть-чуть подсасывает воздух, когда вода сливается вот так. И вот, то есть булькает, это не озонатор. Это просто подсасывает воздух вместе с водой, которая стекает. Поэтому, грубо говоря, можно оставить и этот, потому что подсасанный воздух, он проходит вот так вообще через всю систему, да, и ну, насыщается. Но лишнее не будет, потому что у меня температура здесь большая. Лучше пускай рыбы себя чувствуют. Лишние 60 ватт этого компрессора, ничего страшного. Так, на всякий случай еще раз спрошу про трубку Вентури, если я сюда ее поставлю и подключу просто напрямую к озонатору, но будет работать без компрессора. Этого будет достаточно или же лучше, чтобы компрессор дул в трубку Вентури? Вот. Скажите мне свое мнение, мне будет интересно пообсуждать с вами в комментариях. Ну и кто делал, если так, буду рад услышать ваше мнение. Вот, так что такие вот дела. В таком состоянии прудик. Ну, температуру мерить не буду, там что, плюс 25 градусов, сегодня солнышко не было. Ну, даже видно отсюда вот то, что труба уходит вниз. Я считаю, это достойный результат. За 4 дня при таких условиях моих изменить ситуацию. Ну вот, на сегодня как бы все. Я думаю, что пока нечего мне больше добавить. Как-нибудь в роликах я выложу обзор кормушки моей маятниковой. Спрашивали, как я сделал, из чего. И аэрационный диск. Ну, я в каких-то видео показывал. Ну, тоже в следующих видео покажу, достану. Как раз его протереть от налета. И покажу, как он выглядит. Вот, так что такие вот дела. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. У кого есть возможность, помогайте финансово, чтобы я улучшил всю эту систему и показывал вам, как это делается. Все, всем пока.